Утрая вырос попыт на послуги, якія оказывают Центр социального обслуговывания у Могилевской области. В первом полугодии центры региона оказали послуги более чем на 80 тысяч рублей у новых грошах. Послуги, у тым ліку няни и сиделки, призначены перш для состарелых людей, инвалидов, шматдетных и неполных семьев. Наш репортаж с Быхова. Гэта цырульня месціцца ў будынку Центра социального обслуговывания у Быхаве. Одно место в аккуратном покое, где працуе Алеся Чарбакова, социальный работник, але и цырульник за одним разом. Как идет работа? Хорошо, спасибо. Кошт жаночай стрижки менее за 1,5 рубля. Послуга социальная только для пенсионеров, инвалидов, шматдетных мать и одиноких и для людей, которые трапили у тяжкие житевые ситуации. Ну, просто не всем есть возможность сходить в обычную парикмахерскую, дорогую парикмахерскую, какой-то салон и заплатить большие деньги. У нас доступные цены, я думаю, и обслуживание на том же уровне. Как вам цена за эту стрижку? Ну, знаете, поэтому я сюда и хожу, что очень дешево, что все нравится. У Центра социальных послуг есть навод оздоровленчий массаж. Им користаются больше за все люди поважанного узросту, которые имеют захворывание спины. У Вогулеш у списе центра несколько десятков послуг, и они меняются от поведности с часом и попытом. Самое новое – клоун на дитячее свято. Юлия Дваракова – одна из удельниц шоу. На самой справе працуя у социальном центре системным администратором. Але я рада допомогчи у доброй справе. Проводим разные праздники и радуем детей. Мы оказываем разовые услуги, которые более востребованы у населения. То есть это вспашка, парикмахерские услуги, уборка в доме, мытье окон. У нас есть услуга сиделки, также няня. Поэтому это наиболее востребованные услуги, которые имеют характер срочных. Необходимы. Одна из самых популярных послуг была и застается опрацовка земли. Быховский район сельский, подсумную господарку и огороды тримает шмат людей. Может, мы такие будем старики, Бог их знает. Рада, матька? Бывают такие трудные жизненные ситуации, когда ни родственники, ни близкие люди не могут помочь. Для этого есть социальная служба, которая придет на помощь в любой момент и окажет услуги, которые необходимы гражданам. У Быховском районе сёлета оказали более за 2000 разовых послуг на сумму, якая превышает 5000 рублей. Илона Иванова, Юрий Власцов, новини регион.